Всероссийский стартап «Тур 2015» – самый масштабный проект страны по поиску перспективных инновационных проектов. В Казани собралось более 450 молодых предпринимателей и ученых из приволжских регионов России. 10 инноваторов из Чувашии представили свои проекты в сфере информационных, энергоэффективных, биомедицинских и новых промышленных технологий. Особый жюри отметил два проекта. Это наноплазм, технологии стимуляции роста новых сосудов Алексея Андреева и разработку установок и аппаратных комплексов для очистки и обезвреживания подсланцевых вод на речных и морских судах, причалах речных и морских портов Сергея Никитина. А Галина Быкова представила проект в новом направлении – инновации для детей. Проект допускалось представлять любые. Дело в том, что мы готовили игрушки для детей раннего возраста, направленные на развитие моторики, сенсорики, ну, таких чисто прикладных навыков. Поэтому они не носили какой-то вот IT-характер, а были больше направлены на конструирование, какую-то творческую самодеятельность. Ну, нужно отметить, что жюри достойно отметило наш проект. В целом реакция была очень хорошая, положительная. Как бы мы для себя отметили много важных моментов. Нам есть к чему стремиться, и я думаю, что мы не ограничимся конкурсом этого года, а будем также продолжать развиваться дальше в этом направлении.